Один. Что тут он дымит? Этот резистор. Радиопередатчик на 89 мегагерц где-то. На двух транзисторах, один биполярный, второй полевой, RF-610. Тут схемка очень простая, тут как бы автогенератор. Тут 100 Ом резистор между эмиттером и минусом. Подается на автогенератор 15 вольт. Аудио сигнал подается, тут резонанс, там тут два витка, они идут на минус и на конденсатор, там где-то 1,5 нанофарада. Этот конденсатор идет вот с этой катушки на затвор транзистора, и на затвор транзистора вот тут стоит стабилитрон 4,7 вольта, тут 1 килоом идет. Тут 1 кОм. То есть на затворе стоит около 4 вольта, 4,3 вольта. Стабилитрон. Около 4 вольт стоит. И потом через этот конденсатор смещает туда-обратно, туда-обратно базу. Он так работает. Чтобы более чувствительный был, нужно, чтобы он был на пороге уже. На высоких частотах там применяют такие транзисторы, которые уже действуют при 0 вольте на затворе. Они уже немножко пропускают ток, чтобы более чувствительные были. Тут вообще такого передатчика я не видел на RF-610, чтобы на 100 мегагерц, на 90 мегагерц был. И вот тут, что тупо не коротит постоянно, вот этот плюс, тут 26 вольт подается, тут 15, а тут 26, что он постоянно вот этот плюс не коротит вот через эту катушку на минус в линейном режиме, как бы, ну потому что на базу ему подается сколько-то на 4 вольта. То это видно, что вот этот конденсатор, если отпаяют, то ток сильно упадет. Вот тут амперметр, тут где-то 200 миллиампер. И когда, если бы тут бы он коротил просто, тогда вот этот резистор бы не грелся, он тут сильно греется. Потому что выбросы ЭДС от этой катушки идут на этот резистор и его греет. 80 Ом резистора. Если бы этот транзистор не ключевал, тогда бы весь ток через катушку бы проходил через него, а через резистор вообще не шел, он был бы холодный. Там 220 пикофарад конденсатор и идет на антенну. Антенна там возле окна повешена, чтобы дальше излучала. Потом думаю, может, на коаксиале сделать. И антенну две провода вниз и вверх потом. Вот тут выставлено где-то 26,5 вольт, но тут на проводах немножко потери есть, поэтому тут подходит, думаю, где-то 26 вольт уже.
транзистор тоже сильно греется. Ну, не совсем сильно. Но греется. Но удержать руками я могу. Притом мои руки холодные. Шетонас. Но тут уже пробивается сигнал. Но это на самом деле не его частота. А тут вот наводка от него еще пробивается, 50 герц. А вот это его частота. Но удалось 50 герц наводку снять. Достаточно сильно удалось снять 50 герц на водку. Потом хорошо работает, достаточно, по-моему.